Богу. Аллилуйя. 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 Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Добрый вечер всем. Начинаю трансляцию с вечерней молитвы с Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Слава Господу! Приветствую всех святых, приветствую всех братьев, сестер, верующих разных конфессий, деноминаций. Потому как еще митрополит московский Филарет Дроздов говорил когда-то в 19 веке еще, что наши земные границы, барьеры, они до неба не доходят. Очень хорошо сказано. Действительно, наши земные барьеры, границы, они до неба не доходят. Действительно, вся слава Богу, которого ни одна конфессия, деноминация, религия, традиция не может монополизировать, там, приватизировать, захватить, забрать себе, как джина поместить там в кувшин своей там деноминации, конфессии, вот, используя в своем волшебстве. Нет. Наш Бог всемогущий, Он действительно всесилен, Он действительно над всеми нами. Вот, и есть, как написано в Библии, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Богу! Так что, друзья, молимся Отцу нашему Небесному во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Милана, приветствую, благословляю. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, приветствую, благословляю. Вот, когда возможность есть, я вот стараюсь вечером тоже в 6 часов вечера выходить так в эфир, в прямой, с вечерней молитвы. Вот, и благословляю вас, благословляю всех, кто подключается сейчас. И кто потом в записи будет смотреть это видео тоже. Благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь благословит нас сегодня в хлебопреломлении, в причастии, в рассуждении о теле и крови Иисуса Христа. Аллилуйя. И Евангелие от Иоанна читаю следующие слова с 15 стиха. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот это благодать на благодать. Это сам Иисус Христос. Благодать на благодать. И от полноты Его все мы приняли. И благодать на благодать. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Знаете, друзья, сегодня в этой вечерней молитве благодарю Бога Всемогущего за жизнь христианскую, жизнь во Христе Иисусе, новую жизнь, вечную жизнь, дар Божий, вот эту благодать на благодать. Божья благодать касается как и прошлого, так и сегодняшнего, так и вечности, вечности. Благодать на благодать. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, ибо так ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за Иисуса Христа, праведника. Благодарю тебя за эту благодать на благодать, данную нам.
слава Тебе. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Благослови народ свой миром, благослови сегодня в этот вечерний час всех нас, рассуждающих о откровении Твоем, Слове Твоем. Спасибо. Спасибо. Благодарю Тебя, что Ты сохранил до сегодняшнего дня, до сего часа. Благодать на благодать. Действительно, жизнь верующего, Боже всемогущий, это и есть вот эта благодать на благодать. Боже, благослови сейчас нас, и как Ты сохранил нас до сего дня, Боже, до сего вечера. И в дальнейшем, Боже, мы уповаем на Тебя, Бога живого, Спасителя всех человеков, а наипаче верных. Слава Тебе. Благослови, Господь. Благословен, Господь, благословен. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя за все, благодарю. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, за все я благодарю. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог, благодарю, Спаситель мой, благодарю, Утешитель, за все я Тебя люблю, я Тебя, мой Бог, люблю. И Тебя благодарю. Слава Тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя за эту действительно благодать на благодать. Боже, за это богопознание, за это погружение в океан Твоей божественной любви. За действительно это человеческому уму, нашему непостижимому процессу, этому таинству, этой тайне. Боже всемогущий, я молю, Господь, и благодарю Тебя. Слава Тебе. Боже, аминь, аминь. Во имя Иисуса Христа. Апостол Павел еще говорил о мужчине и женщине, да, муж и жена, жених и невеста, таинство брака и тайность, я вот по отношению имеет в виду, имеется в виду таинство по отношению ко Христу и к Церкви. Удивительнейшее таинство веры, таинство жизни Христовой, жизни христианской. И пусть Господь благословит нас
пребывать в Нем, в Его святой любви. Благодарю Бога за это. Аминь. Благословляю вас, братья, сестры. Добрый вечер всем, кто подключился, кто подключается. Приветствую всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И сегодняшним вечером хочу вновь совершить вот это причастие, таинство хлебопреломления, таинство веры. Спасибо, Господь. Беру хлеб. У меня приготовлен сок уже виноградный здесь. Благодарю Бога Всемогущего за все, за все. Благодарю. Спасибо, Господь. Спасибо. Аллилуйя. Боже, вот здесь хлеб-образ. Хлеб-образ этой жизни, который Господь дал нам. Хлеб действительно святой образ. Хлеб действительно это образ этой жизни, данный нам. Как раньше пелось там, хлеб всему голова, да? Знаем, как там в той песне, там, старый, ты запомни, сынок, да, золотые слова, хлеб всему голова. Вот, и действительно так и есть, хлеб всему голова. Хлеб жизни, это сам Иисус Христос. Он всему голова. И когда мы берем хлеб, преломляем. Вообще, когда едим, это удивительный процесс. Знаете ли, это не просто даже пища. Вот интересно, когда мы становимся очень близкими друг к другу, да? Вот люди, даже неверующие, замечают, что, допустим, когда они вместе кушают, да, то они как-то становятся как-то близкими. Ну, по крайней мере, так располагаются люди. Вот, и как-то раскрываются больше. Приветствую, слава Богу за вас, слава Богу. Аллилуйя, благословений. Вот, приветствую. И знаете, действительно, для нас вкушение даже пищи всегда, когда мы едим, мы размышляем о том, что Бог нам это дал все, эту жизнь. И что мы живем и движемся, и существуем им. Вот. Ну, в наших культурах здесь, вот, в Украине, в России, это не так, может, ощутимо. Это больше ощутимо, ну, для меня было, по крайней мере, вот, на Кавказе. Когда мы там кушали, допустим, да, вот, то в этом что-то сакральное было даже. Вот, и даже вот люди порой приезжают на Кавказ, в Грузию, допустим, да, удивляются гостеприимству, которое даже не только в разнообразных угощениях. Дело не в этом. И в этом тоже, конечно, прекрасно. Это прекрасно. Грузинская кухня, она вообще, это шедевр мировой. Но дело даже не в том. Потому что есть порой застолья гораздо более богатые, чем, допустим, вот там... грузинский стол, да, вот просто вот как бы обычный. Дело в самом чувстве, дело в самом переживании. Даже когда мы были, допустим, там, ну, просто, вот, допустим, еще только приехал, мы заехали там, значит, там, как хлебопекарни, а там везде эти маленькие пекарни, прямо хлеб выносили горячий как раз, взяли этот лаваш, значит, преломили с братьями там втроем, ели этот хлеб. Вот, и знаете, и... даже в этом было таинство определенное, потому что мы ели один хлеб, и мы вот воспевали Богу, вот, благодарили Господа. Вот. И когда мы рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа, о теле и крови Господа, то совершается что-то удивительное. Дух и душа и плоть, человек, весь человек – переживает какой-то такой, ну, приятный стресс. Я лично переживаю какой-то приятный стресс.
во всем теле, моя душа ликует, дух наслаждается. Вот весь, ну, весь я как человек переживаю эту благодать Божью. И, кстати, очень многие свидетельствуют, это порой выражается действительно вот даже и в таком исцелении тела даже. Причастие, многие переживали это, да, я думаю, что даже те из тех, кто подключился сейчас онлайн или потом в записи будет смотреть, переживали наверняка или вы, или ваши знакомые, друзья, вот даже и физическое исцеление, вот момент причастия, я переживал это. И для меня, знаете, это еще одно вот свидетельство, это благодать на благодать. Спасибо Господу за все. Благодарю Бога Всемогущего. Он дал прекраснейший образ. Он сказал, что кто не будет есть моей плоти, да, пить моей крови, не будет иметь жизни во мне, в себе, его самого. Вот, и, конечно, безусловно, имеется в виду не просто съесть хлеба, выпить вот с чаши, нет. Не только это только лишь поверхностное, ограниченное представление, если только так вот мыслить, что якобы Иисус имел в виду только лишь хлебопреломление. Но и хлебопреломление тоже имел в виду. Вот, потому что сейчас вот мы вот под видом хлеба и здесь виноградный сок, плод виноградной лозы. Маребри агафен. Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Я так рассуждаю. Когда нет сока, я просто воды наливаю. Беру хлеб. Сейчас вот мне просто батон. Вот, но любой хлеб можно использовать. Главное не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. И вот это благодать на благодать. Благодать на благодать. Спасибо Господу за все. Спасибо, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя в этот вечерний час за эту благодать на благодать. И дух, и душа, и тело сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Боже, благодарю Тебя за то, что кровью Твоею святой, Боже, пролитой на Голгофском кресте 2000 лет назад, я сегодня, сейчас переживаю эту благодать на благодать. Благодарю Тебя, что через кровь Твою святую, через Твою великую любовь на Голгофском кресте, явленную всем нам, всему человечеству, всей вселенной, я спасен навеки, благословлен, исцелен. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за сверхъестественную эту связь времен, связь тела Твоего. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты и сегодня тот же самый, что и вчера, и вовеки. Благодарю Тебя, что Ты живешь во мне, а я в Тебе. Бог Всемогущий, благословен Ты, Царь всей Вселенной. Благодарю Тебя за эту честь, за этот опыт Богопознания. Боже, это от Тебя, Боже Всемогущий, это Твоя благодать на благодать. Боже, это от Тебя милость, Боже, и великая честь сегодня чашу поднимать, преломлять хлеб и воздавать Тебе хвалу. Спасибо Тебе, Господь, за все. Вселенское чудо, Боже, совершается в этой литургии, в простоте, прямо сейчас. Христос, Ты в нас и среди нас. Спасибо Тебе, Господь. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты во всей своей полноте. И сейчас, Боже, благодаря интернету, мы вместе совершаем эту литургию, это общее дело, общее служение. Благослови, Господь. Петр пишет, привет с Кирова, на Вятке. Да, слава Богу, приветствую всех на Вятке, да. И тоже поднимайте чашу, преломляйте хлеб для Господа. Нет преград никаких, ни пространственных, никаких нет преград. Спасибо Тебе, Господи.
Твоей любви все мы покорны, все возрасты покорны, все люди покорны. Твоя любовь завоевала нас, твоя любовь покорила весь мир, твоя любовь исцелила нас и весь мир. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, благодарю тебя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, брат мой, друг мой, Господь мой. Благодарю, Утешитель, Дух Святой, Господь, аллилуйя, аллилуйя. За все я благодарю, я тебя, мой Бог, люблю. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Боже всемогущий. Благодарю тебя в этот вечерний час за причастие тела и крови твоих, за наше это рассуждение о жертве Голгофской. Ты, возлюбив нас, пролил свою кровь святую. Мессия, Иешуа, Иисус Христос, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Благодарю тебя, Господь, за это чудо, Боже, великого вселенского примирения. Бог во Христе примирил с собою весь мир. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь, за твое широкое сердце. Спасибо за твою доброту. Никто не благ так, как ты, Бог наш. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Слава тебе, Господь, слава тебе, Святой. Аминь. Тело Христа, кровь Христа. Аминь. Лехаем, за жизнь ты отдал жизнь свою, кровушку свою пролил, за жизнь всего мира. Слава тебе, Спаситель мой, Господь, Искупитель мой, Царь мой, Иисус Христос. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благодарю тебя, Господь, Бог мой, Царь мой, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю. Благодарю за все, благодарю и благоставляю имя твое. Спасибо, 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 Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, мой Царь, спасибо, мой Бог, спасибо, Господь, спасибо. Иисус, спасибо.
за все спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал, о, спасибо. Родной, спасибо. Господь мой, Бог мой, целитель, освободитель, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал, о, спасибо. Иисус, спасибо. Мой брат, спасибо. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Господь и Спаситель мой, Иисус Христос, Сын Божий, слава Тебе. Аминь. Аминь. Константин, да шалом, братья и сестры, спаси Тебя, Христос, брат Сергей. Твои видео дали мне новый толчок к Иисусу. Аминь, аминь, брат, слава Богу. Аллилуйя. Вика пишет, шалом, пусть могущий Господь Бог Израиля благословит вас во всем. Аминь, спасибо, сестра, спасибо. Инна, Инночка, шалом, Сережа, добрый вечер. Аллилуйя, благословляю. В этот вечерний час благословляю сейчас свой дом. Благословляю свою супругу, детишек, внуков, благословляю всех вас, дорогие друзья, ваши дома, родных и ближних, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю сегодня, сегодняшним днем Киев, благословляю Украину. Вот сегодня 20 февраля, и сегодня так память героев Небесной Сотни, так вот написано было, и в календаре, и сегодня вспоминаю трагедию, 5 лет назад произошедшую, расстрел мирных людей здесь вот в центре города, кровавая бойня. И знаете, я смотрел те фотографии 5-летней давности, недавно, 5 лет прошло только, но знаете ли, кровь всех невинных жертв на этой земле, она выпьет, но есть кровь, которая выпьет громче всего к небесам. Это кровь Иисуса Христа. И эта кровь Иисуса Христа, она вопиет о прощении. Не о мести, не о войне, не о вражде, а о прощении. Кровь Иисуса Христа, она вопиет к небесам о прощении. И она громче, чем вся кровь всех невинных жертв на этой планете. Вообще всех жертв, начиная с крови Авеля. Помните, да, когда родной брат убил родного брата. Да, дети, сыновья Адама и Евы, наших прародителей. Вот так вот. Да, и со времен Каина и Авеля все кровопролитие на этой земле, это братоубийство. Братоубийство. Потому что, независимо от того, какого мы народа, племени, расы, нации. От одной крови написано в Библии. Произвел Бог весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И любое кровопролитие, братоубийство. И братоубийство продолжается уже 5779 лет. Потому что даже когда еще не проливалась кровь, Адам и Ева, вкусив от запретного, по сути, уже открыли этот ящик Пандоры. Открыли то, что нельзя было открывать. Но благодарю Бога Всемогущего за нового Адама, Иисуса Христа, который 2000 лет назад закрыл этот ящик Пандоры.
который прекратил это безумие. Ну, по крайней мере, де юре. Хотя, де-факто, мы видим, еще совершается это все. И по нарастающей, хо, вообще, хо, господи, такие страсти происходят. Во время Первой мировой войны погибло столько людей, говорят историки, что по их подсчетам, сколько погибло вообще во всей мировой истории человечества до того, во всех войнах вместе взятых. Какой ужас. Первая мировая война, 100 лет назад. Безумие, которое действительно было названо мировой войной, мировым безумием является действительно. А потом короткая передышка, короткая пауза и Вторая мировая война, которая по ужасу превзошла Первую мировую. И по количеству жертв превзошла. И вот, смотря на все это, порой думаешь, действительно, а не дьявол ли правит бал на этой планете? Да, де-факто он еще правит во многом, потому что он обманывает людей тем, что якобы он правитель. Но на самом деле, де-юре, уже он совершает беспредел, он совершает не по закону, он совершает не по правилам уже все. Потому что по закону уже, по правилам, по действительно Божьему слову, уже вся власть восстановлена. Власть Богу, власть человеку, но не власть дьяволу. Нет. Иисус сказал, что дана мне вся власть на небе и на земле. Идите, расскажите об этом всем людям. Поделитесь этим со всеми людьми, что вся власть ни у дьявола, ни у сатаны, ни у зла мирового, ни у правителей века сего, ни у мамоны, ни у политиков. Нет, вся власть у Иисуса Христа. Наши предки писали плакаты «Вся власть советом». Шли с этими плакатами на смерть. Но истина в том, что ни советом, и не президентом, и не диктатором, ни кому-то еще, вся власть Иисусу Христу принадлежит. И по праву принадлежит. Анна, благодарю, благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господне. Благословляю Киев, благословляю Украину, благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, возрожденную столицу возрожденного еврейского государства, что действительно стало исполнением библейских пророчеств, библейских слов, исполнением того, что Бог говорил в веках, в народах. Слава тебе, Господь! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножатся. Аминь. Благодать на благодать. Аминь. В 6 утра подключайтесь, друзья, дамы и господа, братья и сестры, к трансляции с утренней молитвы отсюда, с нашей Киевской архиепископии. Аллилуйя! Аллилуйя!